Вы смотрите телеканал Первый Ярославский. Это программа «Самое доброе утро». Как узнать свои счастливые дни или числа? Надо всего лишь при себе иметь набор цветных ручек, календарик и терпение. Нет, Оль, я говорю про такую науку, как нумера... Дима, а я транслирую советы нашей ведущей Ольги Полищук. Зарядка для успеха прямо сейчас. Не переключайтесь. Самое доброе утро! Меня зовут Ольга Полищук, и пока вы собираетесь на работу, я расскажу вам об одной мощной технике анализа и работы с собственной жизнью. Итак, вы запасаетесь настенным календарем и набором из 4 гелевых ручек. И теперь каждый вечер вы занимаетесь только тем, что обводите дату прожитого дня определенными цветами ручки. А вот какой цвет что мог бы обозначать, сейчас я вам расскажу. Итак, зеленый цвет может обозначать ваше внутреннее состояние, ваш тонус, общую активность, либо ваше самочувствие. Провели день в добром здравии, в прекрасном состоянии, в хорошем самочувствии, обведите эту дату зеленым цветом. Красный цвет может обозначать любовь. Причем уйдите от узкого понятия любви к противоположному полу, а выйдите на понятие вообще благодарности миру, воодушевления и состояния, когда в сердце живет любовь. Прожили день любви, обведите дату красной ручкой. Черная ручка, несмотря на свой мрачный цвет, могла бы обозначать финансовую стабильность. Если в этот день у вас была какая-то прибыль, либо были какие-то переговоры или любые шаги, ведущие вас к финансовому благополучию, обводите черным цветом дату сегодняшнего дня. Синий цвет лично я использую, если я достигла поставленных планов или сделала шаг навстречу своей цели. Но вы также можете свободно выбрать синий цвет, например, цветом дружбы или цветом насыщенности. Прожили насыщенный день, обвели его синим цветом. Самая интересная работа начинается примерно спустя 2 месяца, когда вы смотрите, каких цветов у вас больше, когда у вас бывают подъемы и спады, от каких дат вы зависите, от каких чисел вы зависите, потому что у некоторых понедельники и пятницы – это, естественно, особенные дни. Таким образом, можно анализировать не только неделю, месяц, но также можно анализировать годы и целые эпохи своей жизни. Естественно, технология дает нам много возможностей для своего развития и точек роста. Пусть сегодняшний день будет насыщенным, результативным и, конечно же, очень радостным.